Тема. Что-то не спится. Не спится такая. Где-то спицу потерял. Были одни мысли, потом другие. К эфиру третье. Вообще название вылезло новое. Хотел сказать много мыслей. Божественное откровение. Как мы воспринимаем Бога? Смотри, у Авраама было как-то... Он любил встречать этих странников. Ну, сидел у ворот и на ночь людей пускал к себе домой. Да. И странников. Так к нему пришли ангелы. И странное принцип не отвергайте, ибо так вы даже ангелов приютили. Интересная тема. Странники, сейчас это не модно, приютить странника. Я не помню, я вообще ни разу не приютил странника. Но Бог, Иисус Христос, тоже странник на земле. Они шли на перепись, странниками были, потом ушли в Египет странниками, потом пришли странники, вечные странники. Короче, такая фигня, переселенцы. Все так сумбурно. Как узнать, как все говорят, от Бога ли голос Божий, как узнать вот это вот, как это узнать? Бог, это не Бог, что он говорит? По сути, если Бог не откроет, ничего не получится. Хотеть надо, да, хотеть надо. Стучащим отворяют, просящим дают. Вот как вот так. Но откровение. Не плоть и кровь тебе открыли, люди будут объяснять учителя, а Отец Небесный, который на небесах, да, как сказано Петру. Не плоть и кровь, но Отец, откровение. Как познать, вот, кто тебе говорит, что за человек перед тобой? А просто, говорит, стучает по одежке. Ну, поэтому все так думают, о, если он такой приличный, если он, ну, ту-ту-ту-ту-ту, вот входит в мои рамки, которые представления, которые я себе придумал, значит, это от Бога. А если не входит в мои рамки представления, значит, это не от Бога. Вообще-то рамки – это вообще плохо. Бог творит все новое. Его не узнавали. Надо было, чтобы Иуда выдал. Говорит, не видание величия. Но его не узнавали, он как-то был все время новый, эмоциональный какой-то. У него были мимика, выражался, он был разный. Вот. Бог приходит к тебе, ко мне. Как не пропустить день своего посещения? Это важный вопрос вообще-то, очень важный вопрос. Как не пропустить день твоего посещения, кто говорит с тобой? Наверное, по словам, наверное, по информации. Есть образ мыслей праведников, образ мысли, и это будет, наверное, правильный. Это Бог. Делай, что он говорит. Если нет, то не делай. И это все, голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Овцы мои знают голос мой. Знай голос. Потому что видимое, то, что мы можем видеть, внешнее, оно обманчиво. Мы себе можем придумать туда какие-то нормы. А вот голос. Как и кто говорит. Как и кто говорит. На что обращает внимание. О чем. Я вижу, это в этом есть смысл. Смысл учений тысячи. Ну, подумай, надо это? Кому эти учения? Бог ли это говорит? Или это просто ворует твое время? Или это действительно божественное откровение? Божественное откровение. Тут вопрос, кто говорит с тобой? Какой дух? Важно не перепутать, ребят. Важно не перепутать. Иначе просто труба.
Видишь, как важно вовремя высказать слово, когда приходит. Вот пока встал, пока то, пока сё, пока подумал, оно куда-то уходит. Важно вовремя. Очень важно вовремя отреагировать. Авраам, ну, во сне приснилось, встал и сразу собрал шмотки, взял сына и слухи пошел жертву приносить. Ни завтра, ни послезавтра, ни после обеда. Проснулся, даже не кушал, ну, откровение получил, и пошел его исполнять. А ты откровение получил, и когда ты его пошел исполнять? А? Наверное, поэтому откровение не получаешь, потому что не собираешься их исполнять. Или уже так кучу получил и ничего не сделал с этого. Откровение, да, Бог говорит, так, откровение, вообще откровение, откровение. Да все слова Божьи откровения, потому что они суть, дух и жизнь сегодня, на сегодня, сейчас. Это важно. Бог говорит сегодня, на сегодня. Много. Может будущее открыть. Но в основном сегодня, на сегодня. Короче, никто ничего не понял. Все равно ставите лайк, сердечко. Ну, может, потом поймете. Переслушай еще раз. Может, что-то дает. Может, я сам пойму. Это я послушаю себя. Может, я все сказал. Кажется, нет. Кажется, я не зацепил. Не зацепил я истину вот этого карася. Не вытащил. Провтыкал поклевку. Чух-чух-чух-чух. Надо было вовремя сразу. Спросонья. Да-д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 а. А говорить слова. Ну, смысл такой. Увидь. Убери свои рамки, потому что через них ты не видишь Бога. Да, это одно. И способность услышать и увидеть Бога. Это очень жизненно необходимо для тебя и меня. В любое время. В любом месте. Да, как-то так. Вот как еще сказать, популярнее рассусоливать не хочу. Но пропускать через какие-то рамки Бога, я думаю, не стоит. Надо его узнать. Это голос его. Может, я не понимаю, но я знаю, что это он говорит. Надо реагировать быстро. Медлительное сердцем, чтобы веровать. Понимаешь, Бог упрекает. Медлительное сердцем, чтобы веровать. Вера – это не просто слышать, а это еще действовать. Если ты слышишь и не делаешь, я не знаю, как это называется. Не надо быть медлительным сердцем. Интересно. Шо? Он говорит тебе сейчас. Что он тебе говорит? Эй, напиши тут прямо. Тренируйся прямо сейчас. Может, он тебе сейчас говорит откровение какое-то. Для меня. Для слушающих меня. Вот сейчас. Что он тебе по поводу сказанного сказал? Напиши комментарий. Давай, пока.